влево, чуть вправо, все, пиздец сразу. Сука, жирная, блядь, тварь. Ой, меня бесит уже. Сука, ненавижу эту хуйню, блядь. Через тоненькие вот эти ездить. Не, элемент классный. А, волк сам свой элемент похвалил. Классный элемент, блядь. Не, он-то классный, он прикольный, если бы он работал, блядь. А он, сука, не работает. Что надо сделать, чтобы он работал? Блядь. Что надо сделать? Вот что? Зашел в онлайн, но ни на что не хватает денег. Чувствуешь себя нищим? Не можешь себе позволить даже самую маленькую квартиру? Заказывай прокачку от туриста, и у тебя будет все. Самые лучшие апартаменты, самые новые тачки, самые крутые шмотки, клубы, казино, яхты и все, что ты только захочешь. Прокачиваем быстро, надежно, и наши цены ниже, чем у конкурентов. Переходи по ссылке в описании и заказывай прокачку у нас. Поехали. Очередное волковое творение. От слова тварь. Так, стоперы. Сразу. Пунк, чекпоинт. И погнали. Так, посерединке. Посерединке. Блять, ну конечно, да, посерединке. Король таймингов. Король таймингов на месте, блядь. Ой, меня тут выкинуло, оказывается. Тогда. Я говорю, удачи и тишина такая, со стороны у меня ДТС выглядит. Я вообще ничего не вижу, но, наверное, проехал. Ладно, я тайминги проехал, блядь, все три проехал. Бля, я на третьем запоролся. Тоненькая, блядь, тоненькая, сука, не попал, чуть-чуть. Ебать, там надо ровно-ровно надо, вообще идеально ровно надо. Охренеть. Тупо там по центру, все, да? Надо по центру, да, и надо прям идеально проехать ровно. Вообще идеально. Ну, тайминги, кстати, нет. Тайминги попадаются. Если ты в первый попал, то ты и остальные. Ой, блядь, попадаешь. Почти. Нет. Блядь. Ёб ты, Тоник. Блядь. Щелька, ну вот, нахрена? Серьезно. Ёпана в рот. Нахера, блядь. Сколько там прутика сразу? Да там вот эти маленькие, тоненькие такие, знаешь, что щель такая, что уже, чем у хомяка, блин, я не знаю. Сука, ну нахуя их три штуки, блядь, вот волк. Да, нихера не. Дурак. Я там чуть-чуть подрулевал, чтобы в вагон попасть, кстати, и мне повезло, я вырулил ровно. Ну, не знаю, если третью там сбоку объезжать, третьи эти ножницы, то там вообще бесполезно. Да, там на выпрыги ты вылетишь. Ты просто, ну, блядь, либо в вагон не попадешь, либо если попадешь в вагон, не попадешь на тоненькую. Сука! Последний прутик я уже в трубе взял бы чек. Собака. В одну руку не считай, во вторую. Вроде попадаю. Есть чек. Да. Ух, ебать. Фу, пиздец. Ай, сука, не записалось, говно. Ладно. Так, чё это? Ебать, там чё за прутики? Это типа двойные прутики. Это 360 лок, да? Ебать в рот, блять. Третий чек, это, я так понимаю, 360. Угу. Или нет? Вообще что? Как, блять? И как? А как это проходить? Бляха, это пиздец. Просто очень. Он тогда не дошел. Блять, а да. Еще и вверх надо перестроиться, сука. Ебать. Ебать. То есть это еще и не прямо. Мне вколачило вообще пиздец. Бля, вообще пиздец. Чуть влево, чуть вправо, все пиздец сразу. Сука, жирная, блядь, тварь. Ой,
Меня бесит уже. Сука, ненавижу эту хуйню, блядь. Через тоненькие вот эти ездить. Да ёб твою мать, ну. Она цепляется жопой и все, блядь. Чуть-чуть вверх, чуть вниз, все, пизда. Блядь, жопа застревает у нее в этих прутиках. А он не делает 360, в том-то и дело, да. Да, пролез, блядь. Эту дырочку сраную. Так, что у нас здесь? С верхнего 360 вниз, и потом вверх 360. Ой, а чё? Да, чё-то как-то не делается. Я же об этом же, да, что 360 вообще сверху не делается. Чё-то как-то... О, попал, но, блядь, нет. Ударился чуть-чуть. Почти, кстати, сейчас было. Ну, чё-то как-то оно, блядь, очень рандомно работает. О, поехал. Так. Блять, ну и второй тоже не сделал. Естественно, блять. О, проехал. Хуй знает. Коряво как-то, да, блять. Ну, чё-то... Ну, проехал. Криво-косо, но... Ну, готово. Блять, опять стрелочки какие-то. Ой. Или что? Чего? Что это? Что это за... Блядь, что это за херня? Типа гранд такой? О, это наверх надо... Блядь, что это? Что это за элемент? Сука, я не понимаю. Вот так и надо делать, вот, вот так вот. Блять, что? Очень странная хуйня получилась у меня. Да блять. Блять, сука, хуйня какая-то, блять. Не, элемент классный. А, волк сам свой элемент похвалил. Заебись. Классный элемент, блядь. Не, он-то классный, он прикольный, если бы он работал. Блядь, а он, сука, не работает. Что надо сделать, чтобы он работал? Блядь, что надо сделать? Вот что? Не понимаю, блядь. Наверху тоже засейвиться не получается, как видите. Вот. Давай. Так, еду. Еду куда-то. Там выпрыг. Что там дальше? Блядь. Ебать. Долечу. Да, долетел. Хер вообще пойми. Я не понял, что это такое. Как-то что-то, блядь, сработало. И что-то произошло. Ой-ой-ой. И прутики там, да, по-моему, были. А, это со скорости надо? Ёб твою мать. Ладно, хоть одни прутики. Сука! Со скорости. Соскользила со второй уже после второго 360. Ща проедем. Наверное. Это не точно. Бляха. Давай. Да, дал. Изишно. Все, чек-финиш. Так, не, еще не все. Чек-финиш. О, куда? Сюда? Блять, там опять какой-то вагон. Бляха. Бля, я понял. Раджи, что вышел? Или Крашного? Да, а, вышел просто.
А как это? Тут можно наверху засейвиться, я так понимаю. Тём. Подожди. Блять. Да, еду. Солнышки. Крутики. Солнышки. И наверх подъем, да. Ух, блять. Ну тоже такое себе. Ох, нихера себе, как там она. Тоже рандомщиной шушуть попахивает. Тут должно немножко програйндить колесо. Там, да, там типа про... Ой-ой-ой, стой. Оп, все. Ой. Стою. Изи. Финиш. Там, да, там типа програйндить надо, короче. Скорость чуть-чуть сбрасывай. Не на полной скорости я прошел в итоге. Ага. Вот. Блин, а тут можно и сверху заехать. У меня машина бывает иногда наверх приземляется. Король лев. Сюда можно музыку подставить из короля льва. Ну, для сложной гонки, да, он довольно быстро прошел. Да легкая вообще. В смысле, я сейчас упал, я же мог сейчас поехать. Вообще легкая была гонка. Ебать, что это за звук был. Как будто резинка на трусах порвалась. Простите. У тебя резинка порвалась? Ни у кого нет проблем с запуском Rockstar Launcher'а, у всех... Блять, краш. Сука. Прям ровно в тайминг попал. В тайминг, блять. Хорош. Ой, вообще топово. Спасибо, лаунчер, ты классный. Ты нет, офигенный. Нет. Вообще нет проблем с лаунчером. Все классно с ним. Он офигенный. Ой, вообще топ.